Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Я сдаю около 7 цветов. Прискакала. Рановатенько. Несколько минут надо подождать. Слушайте, сейчас около 8, да? Ну так душно уже на улице. Сегодня у нас какой? 29 мая. Душно, не ветринки. Жарко. Посмотрела, сколько градусов? 20, но нет. Я вообще мерзлячка, и это не 20 градусов. Так, расскажу про 7 цветов. Здесь продают только по картам магазина, которые могут приобрести самозанятые и у кого есть собственное дело. Вот. Все документы можно посмотреть на сайте этого магазина Flora Group или позвонить. Также на сайте же должны быть телефоны, позвонить менеджеру и узнать. Вот. Ну или сюда приехать. Соответственно, вам дадут бумагу, список, в которых указано, какие документы нужны. Поэтому так вот. Теперь уже до 7 цветов. Посмотрим, будет ли что. Flora Group. Выше 7 цветов. Ну, как я так понимаю, что это минички старые. Сегодня у нас среда, торговый день. Цены по 869 рублей. Здесь уже, да, проблемки. Но это все старые. Ну, как раз вот улечка такая. Сначала подумала, что это розовый фламинго. Но нет, не он, да. Белые, красивые. По 1100 в основном, по 1145 рублей. Ну, такая смешная, развернутая. 1149 рублей. Не 5, извините. Ошиблась. Так, там мы найдем подобие, чтобы далеко не ползти, не лезть, не вытаскивать, я имею в виду орхидеи. Вот. Давайте разверну цветочек. Красота. Много красоты. Орхидеи обожаю. Это ягуарчик. Красавец. 1140 рублей. Сейчас солнышко сюда попадает, поэтому сложно будет. Вы снова зарастите, что ли? Да? Вылезай. Аккуратненько. Пакеты шуршат. Девочки, вы не переживайте. Я очень аккуратно орхидеи вытаскиваю. Просто очень шумно, потому что пакеты шуршат. А куда без этого? Это пакеты. И по-другому вы орхидеи не вытащите. Вот, да. $915. То ли Спаркс, ой, ну я сейчас, здесь нет названия, крышочки есть, подсушенные, ну я сейчас, знаете, до этого помнила название, а сейчас что-то мне из головы вот вылетело. И не повторяю два раза, да? Тоже красота, очень красивая. Ой, какой, вы посмотрите, какие экземпляры, это красиво, вот какие, какой красавец, сейчас еще один такой же покажу, ну что-то легенькие, 1149 рублей, красивое сочетание, нет, корешочки есть, но они подсушены очень хорошо, название не указано, Си, Прелестница. Так, а это уже другая. Не такая я тут вижу. Ты уже какая-то. Так, выползаем. Но у нее что-то со стволиком. Да, крышечки хоть есть. Но посмотрите, какая интересная. Желтая. 1149 рублей с двумя цветоносами. Сколько разветвлений у нее.
цветет шикарно. И она не такая, как предыдущая. Сейчас я вам для сравнения поставлю. Видите, она ярко-желтая. Это такая, как... Сейчас я ее как-нибудь для сравнения. И губа другая. Третья. Да, так и на солнышке играет красиво. Она даже такими переливается. Да, так, вот так и многие так, если посмотреть, вот и белое тоже переливается. Вот. Бриллиантиками. Такими бриллиантиками. Так, другая красота. Ой, ну она, конечно же, так аккуратненько. Ну, вы посмотрите, какая шикарная орхидея. И, к сожалению, ее никто не покупает. Она такая яркая, сочная. 1149 рублей. И такая красивая. Что, наверное, уже давно стоит. Подползти вот к этой. Очень красивая. Моя зайка. Детюшница такая. Красотулечка. Тоже люблю этот сорт. Памяти нет. Сколько не взывала к ее совести. А, Сурсонг написано. Вот. Бывает иногда прям, знаете, красота. Все помнится, все вспоминается. А бывает такая вот нехорошая, не слушается. Не слушается. Даже угроз не боится. Поэтому... А, корешочки как... Название принц, да? Ну хорошо, хорошо, поверим, поверим такой красоте. 915 рублей с одним цветоносом. Так, это у нас, по-моему, скажите мне, Феррара. Очень, по крайней мере, похоже. Нравится, да что мне нравится, да что красавица за 915 рублей. И корешулечки, и все растущие корешочки, и основания, это супер, это боже. И вот эти крашенки. Ой, так, это то ли моушен, то ли девочка, то ли видение, названия нет. Ну, я могу ошибиться. У меня сейчас столько названий в голове перелистнулось. Вот это моя хорошенькая, кстати, какой, по-моему, экземпляр. Или мне издалека показалось? Нет, не показалось. Красота. Сурсонг с двумя цветоносами. Невероятной красоты. Тоже. Тоже за 915 рублей. Название не указано. Беленькие. Вот это вот привлекает мне внимание. Не первый раз, уже третий раз я ее здесь вижу. 965 рублей. Fidelity Dreams. Ой, красота. Интересная так по мне орхидейка. Такая вот. Интересно. Так, это повороте. Вот еще. Конечно, я же эти взяла. Еще 140 рублей. Ну, очень легкий, легкий горшочек. Вот. Значит, стоит. Значит, там подсохшие корешочки. Вот еще. За 1149 рублей. Вот такая красота. Да, подсушено, но посмотрите, какой экземпляр хороший. Какая розетка прям набитая листами. Прям
Невероятно, невероятно. Девочка крылесница. Прелестница, красавица. Так, что нам тут? Снова 1899 рублей. Остался один экземпляр. Мэн. Какой-то мэн. Это Iron Man. Невероятная красота орхидеи. Ну, по крайней мере, мне она очень нравится. Так. Сурфсонг, что ли? Да, сурфсонг. Да какая люденькая, такая красивенькая сурфсонг. Вот, а вон там тоже красивая орхидея. Вот. Нет, тоже красиво, это тоже красиво, но я тянулась к другой. Тянулась совершенно к другой орхидее. Ну, сейчас мы до нее дойдем. Ух ты, какой экземпляр за 1149. Ух ты! На Фронтеру. Думаешь, Фронтера? Ну, похоже, да. Ну, такой экземпляр. Ну, мне кажется, Фронтера, она немножко... Нет, это не Фронтера. Ну, что-то где-то, да. Но не Фронтера. Вот. Вырезай. Ух, какой цвет-то красивый, яркий. И крапушкового носика. Ну, великолепница. Великолепница. Снова ягуар. Вот. Ягуарчик. Вот. Вот к этой тянулась. Красивый цвет, нежный, и крапушка, и красотулечка, 1149 рублей. Вылезает из горшка, такая убегает. Заберите меня. Ну, возьмите меня. Вот это тоже привлекает. 915 рублей. Взгляд привлекает однозначно. Вот. На что тут еще глаз падает? На что? Вот на эту красоту. Тоже очень красивая. Они все красивые. Они все великолепные. Орхидеи это... Ой, ну вы посмотрите. Тоже как напыление из крапушек. Салатового цвета, губа. 1149 рублей. Я разбежалась, 915. Сейчас, сыра. Конечно. Что ты хочешь? Разные привозы, разные цены. 1149 рублей. Но не забываем, это все-таки с двумя цветоносами. Это совершенно нормально. Такие цены. Ой. И белые. Это вот великолепница. Феррарочка, сногсшибательная красотка. Так, есть у нас тут еще кто? Невероятно, но вот это тоже интересно. Еще 149 рублей. Лаймлайт. Вот у меня есть такой цветок. 915 рублей. Куплен был. Непонятно. Непонятно. Почему? Потому что краб. Или я еще была тогда давно в начале пути, и я все сгребала. Как, знаете, как только кто-то подсаживается на орхидеи и начинается. О, это красиво, это симпатично. Все беру. Вот такой вот итог от все беру. Не могу пройти мимо. Вот так стоит орхидеечка. И посмотрите, у нее из пакета вот такая гроздь цветов. Обалденная. Очень красивая. Ну, настолько обожаю вот такую расцветку, такое сочетание. Вон там феррарочка. Почему я все это издалека? К сожалению, потому что там все вот вытаскивать, я боюсь эту гроздью.
Не разминуться, 915 рублей. Вот, сейчас мы, чтобы полюбоваться, буду вытаскивать, потом снова ставить обратно в ячейки, дабы никак не повредить. Тоже полосатик, красотун. Красотун и полосатик. Какая же ты красивая. Стой. Вот тоже беглипчик. Вот интересно, это все тот же беглипчик или 915 рублей? Очень на то похож. Ну чисто белый. Ну чисто белый. И корешочки хорошие. И цена-то хорошая. Ой, что еще тут? Я все к одной ползу. Пробираюсь. Даже так точнее будет сказать. Пробираюсь вот к этой. Вот к этой. Вот к этой красоте. Ты же моя зая. Корешулечки хорошие. Полька-дотс. Указано на горшке. Вот это я считаю правильно. Надо подписывать орхидеи. Чтоб... Ну, кто не кто продает, да, а кто садовник. Пусть подписывает цветы. Или кто перепродает. Может быть, садовника и указано было. А он такой поленился. Ну, не буду. Утя. Тизёйка, ну, красиво, красиво, но, мама дорогая, кто-то ее ронял, что она 915 рублей. Ну, я думаю, что ее можно привести в порядок. Вот, что называется, так сказать, реанимировать, ну, возможно, возможно. И тоже красивая. Прелестница, прелестница. Ух ты, какая. Вы посмотрите, прям конфетка, мармеладка. Конфетка и мармеладка. Так, я хочу другую взять, которую я любовалась неоднократно. Сочетание вот этих вот цветов сиреневое. А что-то мне казалось, что она полностью была, вот этой белюсости не было так много. Что-то было? Ну, не так. Ух ты. Еще одну орхидею обнаружила. 1149 рублей. Уже тоже белый беглип с двумя цветоносами. Корешулечки хорошие. Ну, не чисто белый беглип, как если на тот обратить внимание, вон он там, вдалеке. Это не чисто белый беглип. Посмотрите, какая красота. Обалдеть. С такой полосой, да? Вот на этом цветочке остальное такое размытие. И крышулечки хорошие. И прям такой букетище. Ну, подвелся, подвелся. Конечно, давайте поставим поближе, а то он там... стоял где-то, его сразу с той стороны, я хочу сказать, даже не видно было. Вот. Я имею в виду, вот я там же бродила, уфула. Поэтому вот такая вот красота невероятная. Сейчас еще раз. А где белый беглип? А вот он. Сейчас хотела его показать. Какой вот этот белый беглип. Чисто-чисто белый, да? И вот эти. Ну, это невероятно. Невероятно. И цена вообще шикарная. 915 рублей. Вот такой беглипчик нашла. Посмотрите, какой красивый. Какой. На солнышко пойдем? Ой, красоту. Невероятная орхидея. Невероятная. Сначала издалека поснимаю, какой он великолепный. Это просто невероятное какое-то вот
Все в нем красиво, все прям, вот эти душа смотрит на этот цветок и радуется. Не знаю, как только показать, чтобы не засвечивалось. Так, извините, немножко покручу. Да что ж ты? Вот так. А? Какой красивый, ладный, рющатый. Ну, прям сказка, а не орхидея. За 1149 рублей. Вот такая тоже красотка. Яркая. Еще одна пролесница. Чудесница. Великолепница. Баловница. Потому что начала засушивать цветочки. Крышулечки хорошие. Это пунш. Ой. А здесь уже... А нет, смотрите. Ну, тут отцветает кожа пошла. Видите, он такой здесь более яркий. Тут только распустился цветочек. А тут мы с вами видим уже, уже готовый к отцветению, засыханию, увяданию. 915 рублей. Пунш. Это мадорочка. Вот такая девочка красивая. Амадора. Ну, посмотрите, прям вылезает. Выпрыгивает столько корешков. Это ж какой тогда горшок надо будет. У меня есть такие орхидеечки. Так, еще одну вам покажу. Еще один, вернее, беглипчик. Ой, как... А посмотрите, здесь даже две губы, и здесь две губы. Ага. Ой, ты мама такая. Какой ты... Ой, и тут две губы. Ну, прям мутант. Ты мутантик. Прям мутантик. Очаровательный. Красивенький. У этого даже название есть. Пурплифайр. Вот. Сейчас еще раз орхидеечку покажу. Это беглипчик. Вот он. Но с двумя губами это, конечно, шедевр. Смотрите, два носика. Тут и два носика есть у одного. Цветочков, да? Да, у трех. У трех. У трех. Такая мутация. Два носика. У одного два носика и две губы. Ну, великолепный носастый. Такой. Да, носастый. И губастый. Мы его назвали носастый-губастый. Такой, ну, классный. Были бы такие орхидеи. Вот такая стоечка с цветами шикарными, шикарнейшими. Ой, беленькие цветочки, как смотрится классно. Традисканцию. Приречная, 382 рубля. И в таком, посмотрите... Сейчас. Какая прелесть, как смотрится великолепно. 382 рубля. 50. Ой, извините. Нас на место. Сейчас аккуратненько. Стоим. Вот тоже. Прям шикарная. А кто? Тут можно немножечко. Плектрантус. Этендаля. А? Какой. А ты цветешь? Цветешь. Вот он. Или это? Нет, цветет, должен цвести. Это суккуленты. Алоэ микс, подвесное кашпо. 1700. Там будет, я не буду разворачивать. Это хоечка. Это вот помада. Действительно, она смотрится как помада. Сейчас я аккуратненько вот так вот тут. М? 1450 рублей. Вот. Там, который кашпо таком. Ну, красотка, красотка. Неземная. Так, это алоэ. Алоэ. Это у нас хоечки. Ой, давай, хоечка.
Хоя Микс 486 рублей. Ну, отличная цена по мне. Уже здесь не написано название. Здесь будет только вот то, что микс. А вот здесь. Это дисхидия 690 рублей. Вот такая вот. Дисхидия. Это хоечки. Тоже хоечка. Варикатная такая красивая. И боя или нет? Да, хоя 486 рублей. Вот. Наверху у нас кто? Хоя Кримсон Куин. Вот. Это тоже хоечка. Аустралис Лиза 973 рубля. Так, это у нас Хидера Монтгомери 659 рублей. Ну, ты все хоечка, да? Ты все хоечка. Какие там хоечки? Сейчас будем смотреть. 420 рублей Хоя Микс. А вот это кто? Боже, какой лист. Хоя 420 рублей. Вот. Давайте в эти дебри заберемся. А вон как тоже, посмотрите, она красивая. Вытягивается как. А вот это же драгоценная. По мне так это... Ой, 1150 рублей. Да, лудизия. Это драгоценная орхидея. Очень красивая. Вот. Так, в домик заглянем к хоям. Тоже хоечка вот такая. Это все, по-моему, хидера, да? Хотя нет. Нет, хидера, хеликс 240 рублей. Такая варикатная, красивая хидерочка. Так, аккуратненько. Так, это стеллаж. А, вот что-то у меня это Зензи. Замиокулькас Зензи 899 рублей. Есть вот небольшие. Аккуратненько экземплярчики 559 рублей. Вот у меня есть, наверное, вот такой вот ростиком. Красоток. Вот. Подрос чуть-чуть буквально. Ой, какой хороший экземпляр. Сейчас я вам покажу. 559 рублей, вы посмотрите, такой толстенький, стволики, если сравнить, да, вот так вот. Прям такой хороший. Нужно выпустить из рук. Замиокулькас. Поливаю его раз в неделю. Вообще, неприхотливый по мне. Тоже 559 рублей. Он такой тусенький такой. Да, даже лучше. Вот такой вот прям... Покупайте, приезжайте, ну посмотрите, сколько красоты. А, так, это все папоротниковые. Красивые листы. Очень красивый это папоротник. Папоротник флебодиум давана 740 рублей. Очень красивый лист. Очень красивый лист. Это тоже папоротники. Обалденная диантум фриц. 699 рублей. Так какой горшок? 12-й. Красивенькая такая. Красивая, какая лёсенькая. Ой, еще одна. Еще один, вернее, папоротник тоже такой. Рогатулина 740 рублей. Blue Star. Что-то мне сегодня все нравится. Я на все смотрю и прям, знаете, вот все хочу. Это нехорошо. Так нельзя, Ира. 659 рублей хлорофитом витатум. Хлорофитум. Любимка. Так, это у нас это тоже. Так, асплениум антикум 652 рубля. Тоже папоротник. Внутрь ни в коем случае, чтобы вода не попадала, не заливать. Ну что красивый. Это у нас тоже... Что ж такое вот у меня сегодня?
хлорофитум. Хлорофитум. Ну, такой же, как и эссе. А это, наверное, хлорофитум Бонни. Да, хлорофитум Бонни 310 рублей. Ну, какая красота. Ну, какова красота. А там, вот там мне особенно больше нравится с такими вот. И это тоже нравится. И это... Ира, тебе сегодня все нравится. Ну, эти листы, конечно, меня в прошлый раз они покорили. Фатси японская, 1490 рублей варикатная. Это... Так, это, по-моему, аспарагус. Да, аспарагус мира. 695 рублей вот такой аспарагус. Это тоже аспарагус фалкатус 694 рубля. Тоже аспарагус. Плюмосус 695 рублей. Ой, такой шапочка. Он такой прелестный, но очень нежный. Ну, такой я уже тоже показала. Это монстерочка у нас. Так, а вот этот я пропустила. Это Хмедорея Элеганс 599 рублей. Это монстера Делициоз 890 рублей. Шикарная монстерочка. Это у нас тоже Делициоз 699 рублей. Ой, монстера Манки Мэск 999 рублей. Я, наверное, на нее когда-нибудь. Вот правда, на нее тоже делицеоса. Я на нее когда-нибудь, так сказать, подсяду. Я подсела. Я ее когда-нибудь, может быть, приобрету. Я ее увидела в интернете, как она, и все, и хочу. Это у нас Esplenium Aureum. Aureum 560 рублей. Красавец. Так, это очень знакомый цветочек пеперомия, да, 755 рублей. Еще одна пеперомия. Мне нравится, у нее такой 719 рублей рифленый лист. Сейчас аккуратненько. Опа. Вот такой красивый. Это цветочки у него. Он таким-то образом голопотая. Ой, клюшкой. Это клюшка. Клюшкой такой цветет. Но манки покоряет. Вот это вот огромное количество красоты больших размеров. Так, вот тоже полисциаз 1390 рублей против солнца. Ундукуй. Это тоже полисциаз, но Фабиан 1390 рублей. Вот такой мне нравится дерево такое. Такое дерево. Так. Драцена фрагранс 1699 рублей. К невероятной розы. Это камелия японская 1499 рублей. Я видела цветущую, везли. У меня аж сердце зашлось. Ух ты! 1499 рублей, но на какой подставочке? У меня просто на дуге, вот как это. А вот тут указано, что это хвоечка. Сорт не указан. 1139 рублей. Вот такая красота. Где бы такую дугу? Вот она пластмассовая. Найти, купить. Это нет, это у нас фикус Бенджамина Кинки 569 рублей. Красавец. Это хвоечка. Прелестница цветущая. Она, по-моему, 1800. Сейчас мы с вами... 1899 рублей. Так, это экзотический вот такой вымахала. Экзотика. Это у нас Гузмания 590 рублей. Антуриумы 1085 рублей. 15 горшочек. Смотрите, как красота. Шоколадный. Шоколадный антуриум. Огромный. 17 горшок. Андрианум Black Queen 2190 рублей. Ой, какой красивый лист. Смотрите, и цветок обалденный. Вот это с патифилом 1649 рублей. Вот такой баррикатный. Вот
Какой? Вот этот мне нравится. Как к тебе подступиться? Как, с какого боку? С Путифилум Сильвер купит до 1899 рублей. Мне нравится у него лист. Я не знаю, как к нему подползти. Вот. Красивый лист, да? Ну, обычно с Путифилум. Ой, так, это у нас фикус Лерата 2199 рублей. Посмотрите, какой огроменный. Тиму я зайк, это фикус микрокарпа. Гинсен, 9-й горшочек, 715 рублей. Вообще прылись слонярки такие. А, я же пропустила, это тоже с Путифилума. Только уже 599 рублей. Какие? Купидо. Тоже купидо? Врете. Там не просто было купидо. Мы сейчас сравним. Сильвер купидо. А не просто купидо. Есть варикатный. Вот у меня растет варикатный, умничка. Смотрите, вот он и цветает, начинает вот цветочками. Это 15-й горшок, 1560 рублей. Сильвер, просто купидо. Да. Просто купидо. На это даймонд вариката 1159 рублей. Вообще шикарно. Шикарно. Дайте мне сильвера купидо. Ну куда? 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 Красавец. Это даймонд варигатный, да. 1159 рублей. Есть небольшие экземплярчики. 1100 рублей. Анториум Адрианом розовый. Ой, такой красивый. Кувшинка. А есть, есть. Вот он, Адрианом Лили. 940 рублей. И посмотрите, какой у него. Вот тут цветок расцвел. Как смешно. Вот, вот этот. Видите? Вот. Это фикусы. Сейчас тебе драцена варианта 735 рублей. Ира, ты что? Драцену от фикуса не отличаешь? Не отличаю. Это фикус Ардиканс Грин 629 рублей. Красавец. Вот такой вот. Тоже фикус. Бенджамина Грин Кинки Джути 569 рублей. Такая тут красота. Вот. Смотрите, какая варикатность. Обалденная за 1350 рублей. Фикус эластика. И вот такой вот он варикатный. Обалденный. Обалденная варикатность, мне очень нравится. Он и не таким вырастет, нет. Вот. Это юбка, 12 горшок, 1049 рублей. Вот такая юбка великолепная. Это у нас драцена Фраградс Торнадо, 369 рублей. Какая красивая. Ой, давайте. Как тебя развернуть, чтобы найти, не в ту сторону поворачивала, а у куба японского реката 2470 рублей 93 копейки. О! Так, это карделина, карделина танка 680 рублей. Карделиночка. Ой, вот это невероятный цветок. Помаломена, камуфляж, 1390 рублей. Это, между прочим, редкая хамаламена. Вот такой вот камуфляж. Такая красавица, 1390 рублей. Ну, это сингониум арроу. А вот это сингониум неон. 970 рублей, 67 копеек. Неон и не я. Вот тут, а, вот тут еще затесался. Сингонио Милк Конфетти. Вот он такой, тоже мне очень нравится. Я люблю сингонио. Мне нравится форма листа у него.
тут Сингонина. А, так, это Диффенбахия компакта. Вот она мне вот это вот напомнила немножко Диффенбахию. Ну, даже не немножко. Посмотрите. Да? Вот. Красиво. Тоже Диффенбахия. 550 рублей, 12 горшок. Вот это очень красиво, меня всегда она привлекает. Это у нас тоже Диффенбахия, 550 рублей, но не указано, что за сорт. И она, конечно, очень большая вырастает. Тоже Диффенбахия, 12 горшок. Так, Змея Кулькасы снова. Где-то я тут видела темный... вот Раланд, 1499 рублей. Вот он, темный Раланд, красивый. Вот. Так, это колотеечки. Ой, я хочу одну колотею. Так, 729 рублей. Очень хочу одну колотею. У нее, она сверху, у нее шапка листьев, а внизу под... Даже не под этой, а как бы вот, вот столики, да, вот тут все в белых красивых цветах. Хочу такую колотею. 409 рублей. Но это не она, там я фотографию вставлю. Вот. Это тоже колотеечка. 1280 рублей. Вот. Еще одна колотея, тоже очень красивый лист. Колотая микс. Тут не написано название. Тоже красивое. Сейчас я к вас приближу. Вот. Бурли Марксин. Это она похожа на вот эту вот, но там немножко на другая. У нее более светлые вот эти вот, даже серебристые. Тут вот такой вот основной цвет, немножко другая, но она великолепная. Маленькие создания, красотулечки за 449 рублей. Как здорово, что можно здесь набрать такое, такое великолепие, тоже колотые. Жалко, не подписаны сорта, но вот это Диффенбахия. Да, 255 рублей. Красота. 449 рублей, а? Такая огроменная колотея. Слушайте, а то она тут похожа. О, тебе прелесть ты моя. Колотея микс. Даже вот такое ощущение, что на эту похоже. А может и нет. Тоже колотеечка. Это колотея Elo Fusion. 975 рублей. Красивая. Колотея. Маранта. Это насекомоядно не пента салата, 1149 рублей. Так, что мы еще тут? А вот еще. Вот еще. Вот это очень красивая. Тоже колотеечка. Вот. Очень красиво, видела я в больших этих экземплярах. Очень красиво. А вот этот лист. Невероятно, невероятная колотая. Очень красивая. Это маранта першавиана. Такая маранточка. Это тоже маранта. Фиеста, правда. Но колотая. Какой лист. Какая-то шикардосная колотая. Так, сорт. Колотая медальон. 940 рублей. Шикарная.
Это Калатея Макаяна, 1150 рублей. Сейчас покажу вам тоже красоту. Вот это. Вот только посмотрите, какой лист. Калатея Доти, 1150 рублей. Шикарная Доти. Мне нужен... Нужна еще одна квартира для цветов. Калатею хочу. Белла Карлина. Так, суккулентики пошли. Вот еще одна драгоценная за 1150 рублей. Драгоценность. Фавортия. Вот еще. Сюда поставили калатеечки. Жалко, что вот на такие маленькие не написано. Может, то, что я хочу, она и мне попадалась. И сейчас попадается. Вот это тоже красивая. Сансеверия Фервунд. Вот это алоказия. Посмотрите, какой шикарный лист. Алоказия Фридек. 760 рублей, 12 горшок. Ну, конечно, тут экземплярчик вот, вот получше. Сейчас вам покажу. Вот он. Красавец. Но тут, видите, то ли лист загнил, туда попала вода. Тут тоже в пазухе нежелательно, чтобы попадала вода. Так, стоит он 760 рублей. Вот это хорошая цена на алоказию поле. 660 рублей. Вот такая девочка-красавица. Он с листиком. Потом есть у нас серебряный дракон. 935 рублей, 12 горшочек. Серебряный дракон. Так, это тоже Dragon Scale, да, тоже серебряный дракон. Вот он. Да, и это тоже. А, вот, не отходя от кассы. Это Red Secret. Тоже алоказия или бронзовая алоказия, очень красивая. Стоит она, у нее хорошо разрастается, 850 рублей. Так, это калатеечки. Агланема Red Fire, 12 горшок, 1362 рубля, 82 копеечки. Агланема Эксклюзив Микс, 1425 рублей. Тоже Агланема, 940 рублей, не написано на том, тоже нету, 940 рублей. Агланемочки, красотулечки, наклеили так наклеечку, перевернута, тоже красивая. Ух, Агланема, эксклюзив. А как вы думали? За 1240 рублей эксклюзив. Это кротон? Нет, 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 нет. Кодиум. Экселент, 1249 рублей. Так. Это суккуленты. Красотулечки. Суккуленты. Это кактусы. Не особо останавливаться. Дебухи, дебухи, такие маленькие. Тут вот фитония розовая, 221 рубль, 71 копеечка. Вот. И пилея, 220 рублей, 71. Пилея? А, плант микс, это традисканция. Так, это репсалис. Кассут 890 рублей. Кактусы. Это нам... О, посмотрите, кактусы цветут, а? Какая редкость.
С тремя цветоносами, вот беленькая. С тремя, это же что-то, да? Синецу и Хираанус Пёрпл. 1250 рублей. Это Будда. Красола, храм Будды. 989 рублей. Это камень. Плеос Пелос Нейли. 473 рубля 42 копейки. Вот такая полюсенькая. Он захотел. Да, такая вот арсистая. То-то. 670 рублей. Кадиледум. Войлочный. Варикатный. Так вот. Красула Маринериана 540 рублей. Тоже красула. Капителла 580 рублей. Вот такая вот красулочка. 660 рублей. Вот. Тоже насекомоядные. Смотри, не вцепись мне в руку. Я шучу, конечно. 560 рублей. Вот она, красота, которая мне тогда понравилась. 174 рубля. Она компсерос рыжеватые. Мне кажется, это он. Такой вот. Кто-то такая интересная. Каланхоя. Трубка цветное. Ой. Какое странное. Прости. Вот. Взяла. Смотрите. Так, это пеларгонии очень красивые. Очень-очень. Много любителей пеларгонии. Это кофе. Это синдаптус. Крэби 699 рублей. Это... Эпипремну Хэппи Лиф 685 рублей. 12 горшочек. Это Кламандин. Цитр Фортунелла. Кламандин 2450 рублей. Такой красивый. Не знаю, чем-то нравится. Это Биркин. Филодендрон Биркин 955 рублей. Так, это у нас филодендрон Голден Виолин 950 рублей. Посмотрите, красивые листы филодендрона. Это тоже филодендрон Санлайт 1059 рублей. Вот такой. Филодендрон Конго. Так, это уже на такой подставочки. Филодендрон Брантиано 490 рублей. Красивый. Это бегония. Бегония Рекс Клеопатра 599 рублей. С красивейшим листом. Такими очаровательными мелкими цветочками. Красота. Это фитония. 221 рубль 76 копеек. Большие экземпляры стоят 335 рублей. Вот. Это у нас Эпипремнум Марбл Куин. Это Эпипремнум Голден Потас 615 рублей. Эпипремнум Ауриум 545 рублей. Так. Красиво, красиво. Ой, я там пропустила. Это фуксия 1071 рубль. Ну, наверное, не возьму. Ну, куда? Я же их так-то равнодушно. Ну, мне вот эта расцветка подкупает. Пелея манинолистная 678 рублей. 30 копеек. Кстати, какая красивая. Так, это пелея манинолистная 382 рубля. Это фуксия. По-моему, уже показала. О, кто-то. Пеперуми, Клузиолис на 464 рубля.
Вот это, кстати, очень хорошая цена у него. Ну, тут подломилось. Ну, там есть хорошие экземпляры. За 309 рублей хлорофитом Green Orange. Это тоже хлорофитом. Green 198 рублей 90 копеек. Вообще шикарная цена. Вообще пеларгония. Так, это калиусы. Калиусы. Смотрите, какой красивый калиус. Вот такой, с таким листом. 249 рублей 90 копеек, что ли. Шикарные калиусы. Дальше у нас подвесные. Ой, обалденная расцветка. Это немезия 765 рублей. Петуния 755 рублей. Бегония. За 850 рублей. Так, это у нас пелеония, дава, подвесная 382 рубля 50 копеек. Смотрите, какой красивый лист. Какая-то дистанция за 595 рублей. Посмотрите, подвесной горшках. Парафитный варикатный 452 рубля. Какая красота. Это маранта. Натор 859 рублей. Это коечка. Так. Это цисус линданика. Красота. Что тут еще привлекает? Да много что, тоже пингония. Нет, камнеломка плетоносная 382 рубля. Красивая камнеломочка. Так, это у нас Стрелица Регина 2342 рубля. Это Пахира Акватика 2195 рублей. Это Кодиумы. Ну, почему так к ним равнодушно? Кодиум Петра 1215 рублей. Так, это Лудизи, Паула. Паула 1099 рублей. Красивые. Каланхоя. Каландива, красоточки, каланхоечки. И вот еще одну покажу каланхою, которая меня поразила. Я первый раз вижу такую каланхою. Dreambells 595 рублей. Удивительно красивая. Я так понимаю, что она больше не распускается, потому что я здесь больше распустившихся экземпляров, ну, именно цветочков не видела. Вот такие колокольчики. Думала, пахнет? Нет. Не ароматная. Ой, я думаю, что здесь за аромат? Гордыня 899 рублей. Обожаю гордыню. Ну, у меня стоит на восточном окне. Озорница не цветет. Бугенвилия Александр 1760 рублей. Бугенвилия. Розочки, каланхоя, это хризантема 489 рублей. Нет, я, скорее всего, не возьму. Так, я в прошлый раз так, знаете, залюбовалась, мне так понравилось. Вот это, конечно, завораживает своими такими помпонами. Гортензия 825 рублей, обожаю. Так, и вот тут цикламен 499 рублей. Да, посмотрите, какие бегонии красивые. Стоит, конечно, 4696 рублей, но зато какие экземпляры и какая красота. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался. Со мной давно, кто пишет комментарии, хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья, не болейте, мои дорогие. Всех вам благ, исполнения желаний, чтобы все у вас было хорошо. И фиалочки пропустила. Ну, чтобы у вас все было хорошо. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, мужей, жен, деточек. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разными первоспоминаниями. Всегда на встречу. До свидания. Вот это экземпляр.